человек, большим чувством юмора, человек, который очень много работает, наверное, так как он много отдает, ему многое возвращается. И Олег Шкомедзяев написал очень много песен, и очень много хороших песен. Но он столь авторитарен в своем творчестве, что очень сложно представить, что Олега Митяева, кроме «Изгиб гитары желтой», которая поет хором, можно спеть, в общем-то, как-то так, подробно. И когда мы выбрали эту песню, с Олегом был разговор, он сказал, я, конечно, не против, но я посмотрю, что вы делаете с этой песней. Какой? Какой, я сейчас скажу, с какой. Когда мы ему показали эту песню, он сказал, ну, конечно, вы же всегда выкрутитесь. Ну, в общем, мы выкрутились. Потому что, естественно, эта песня написана от единственного числа Олега Митяева, но мы ее поем, как обычно, втроем. Олег Митяев, небесный.